утро. Доброе утро. Если всех нельзя. Да. Собственно говоря, воскресенье. Опять воскресенье, опять чай, опять кефиц, опять Орлов и опять я. Что с такой ненавистью? Да нет, почему? Любя. Ты же уезжаешь скоро, ты должен с радостью. Ты не дождешься. Печалью. Не дождешься. Ты должен говорить, друзья мои, скоро я вас покину. Да? Нет, не скоро. В общем, от тебя светлых чувств не дождешься. Не дождешься. Я ж подонок. Ну ладно, подонок. Да. Не надо. Это мания величия. Однозначно. А по мании величия отчасти... Подонок — это Павел Воля. Да? Гламур, да, гламурный подонок. Может Павел быть, Воля. Я с ним не знаком. Я тоже, но камень вкладывает. Ну, вот о мании величия, по большому счету, мы хотели сегодня поговорить. Мы хотели, да, мы хотели говорить о графоманах. Я ведь не мешаю? Пока нет. Но если будешь себя так вести... А кто это? Кто это? Кто эти люди? Что им надо? Манию величия, да, применительно к способности писать. Писать. Да, писать, да. Итак, мы сегодня говорим о графоманах. Ну, если можно так выразиться, для начала я попросил бы вот этого графомана, писателя, господина, доктора и да. все, что остальное, растолковать. Да. А графомания – это куда? Графоман – это не фамилия. Правда? Да. Нет, это графоман должен сказать. Да. Это не титул. Второе, что я должен сказать. А дальше очень трудно сказать, что это такое, потому что есть точка зрения, что это болезнь. Даже так? Да. То есть болезненное пристрастие к процессу писания. То есть давай для начала переведем дословно. Граф — это да. Ман — это, опять же, не фамилия. Вот мы и перевели. Да. Надеюсь, всем понятно. Да? То есть, то есть пишет, все время пишет. Это у Жванецкого, помнишь? Он все время пишет. Что она пишет, никто не знает. Да. Человек все время пишет, не может не писать. Писает. И почему-то некоторые считают, что графоман – это не просто который пишет, а который настойчиво свои писания распихивает всюду и везде. Ну вот да. Я не знаю, так ли это. Мне кажется, что это неправильно. Мне кажется, что есть графоманы, которые вдувают обществу свои мысли. По системе пневмотранспорта. А есть тот, кто, может, выдувает, может, высасывает, но не пропагандирует. Просто пишет и все. И дома у него лежит это все в столе, копится. Ну, тогда давай определимся, а чем в таком случае отличается графоман от писателя? Отлично. Ой, как я тебя люблю, Бархатов. Дело в том, что отличие между графоманом и писателем, на мой взгляд, граница, проходит по границе ремесла и искусства. То есть? Всякий писатель графоман. Это совершенно точно. По определению. Потому что любит писать. Да. Это функция вида. Да. Нет, любит писать и не может не писать. Потому что на самом деле литература – это то, что получается, когда человек пишет потому, что он не может это не написать. Мне кажется, это абсолютно российское определение, а не в принципе как такое. Потому что я достаточно неплохо знаком с многими писателями нероссийскими, нероссийского происхождения. Для них это работа. Я не знаю этого, Андрюш. Я не знаю, к сожалению, ни одного иностранного языка. Но это же еще вопрос отношений. Нет. В России оно слишком эмоциональное, обостренное. Тут трудно провести грань. Например, может спокойный немецкий обыватель, который является писателем, действительно, может ли взять и легко отказаться, не писать? Нет, смотрите, тут же очень тонко. Смотрите, Алексей Толстой написал «Хождение по мукам». Да? Можно по-разному относиться к этой вещи, но талантливо написанная вещь. Ну, как некоторые другие. И Алексей Толстой же написал серию очерков о Беломорканале. Не, ну подожди. Нет, эти очерки тоже блистательно написаны. Понимаешь меня? То есть человек, писатель, ремесленник, мастер, профессионал, он может что-то написать даже не из жажды сердца. Секундочку. Да. Вот не к следующему дню будет прощено, вот я сейчас скажу. И благодарному народу мы слышим голос. Мы пришли сказать, где Сталин, там свобода, мир и величие земли. Да. Это чьи стихи? Я знаю, чьи это стихи. Это Анна Ахматова. Да. Но дело в том, я только об этом хотел сказать. Мастер, профессионал, он может написать что-то не по воле сердца, и это будет все равно блистательно. Он профессионал. Но феномен литературы, который переживает века, получается, когда из-под пера мастера выходит то, что продиктовано интенцией сердца. Не рождено холодным разумом, а продиктовано болезнью сердца. Высокой болезнью, как сказал Пастернак. Так вот, графомания, да, то есть пристрастие к писанию, оно свойственно любому писателю и поэту. Но в отличие от графомана, любой писатель и поэт, вот ты открываешь полное собрание сочинений Пастернака, да, и там буквально вот на... Значит, последний раздел, может быть, ты видишь неизданные стихи.
Стихи, не вошедшие в сборники. Помнишь, Саша? Ну, да? Стихи, там все что. То есть, смотри, сам писатель обладает способностью что-то из написанного им никуда не посылать, не печатать, считает это не очень удачными произведениями, да? Сепарирует и не пропагандирует. Вот графоман этого не может. Для графомана одинаково ценно все, что он написал. От телефонной книжки, где он записывает телефоны своих друзей, до романа. То есть вот тут, если... насчет «В путь» ты хорошо сказал, ну ладно, да, потом. Вот, железнодорожный роман. Нет, ну если как бы вспоминаю, где я когда-то начинал свою трудовую деятельность как журналист в газете «В путь». Да, извини, я это не имел в виду, прости. Уел. Уел. Да, уел. Ну, то есть, получается, тут мы такой водораздел проводим, что это некая критичность к написанному, да, получается. Безусловно. Да, безусловно. То есть, как, ну, ты не редактор. Как и художник, зачастую нарисовав талантливую картину, некий мастер сжигает и, там, не знаю, там, уничтожает как-то, потому что он считает, что он плохо нарисовал здесь вот меч, к примеру. Ну, да? Почему не он художник? Должен... Гоголь сжег второй том, ты знаешь. Гоголь, да? Это другая история, он болел и сжег по ошибке. Не знаю, Андрюша, не был. Есть исследование, да? что жить он хотел сказать, что он другой. Да? Ну-ка. Он что-то сказать хочет. Есть. А ты кто? Это кто? Вы кто? Есть еще один аспект. Саша редактор. Понимаешь, ему очень тяжело на эту тему говорить. Черт возьми. Кого он пригласил? Он друг. Сколько есть еще один аспект понятия графомании в России. Значит, мы не знаем, не зная самого писателя, насколько он критичен к собственному, написанному самим же собой, как говорил Жванец. Мы не знаем. Сжигает он что-то, оставляет в столе. Мы не знаем. Мы знаем о писателе, только прочтя его опус. Значит, в России существует еще одно, ну, как бы, определение графомании. Это человек, который пишет много и плохо. То есть графоман без этого всегда пишет плохо? Да. Мне кажется, что для России свойственно вот... Именно такой еще взгляд на этот процесс, что много, действительно, его много, и невысокий художественный уровень. Совершенно верно. Потому что есть люди, которые есть удивительные писатели, которые писали много и хорошо. Да. Есть, да? Такие поэты, их очень мало, но они есть. Есть. И есть, потому что представить себе графомана, вернее так, человека, который пишет плохо и мало... Тогда, пардон, очень сложно. Пардон, вопрос как к редактору. Полина Дашкова графоман? Зачем? Не надо на личности переходить. Надо. Не надо. Не, должны быть примеры. Секундочку. Это хорошо. Мы дойдем до этого. Дело вот в чем. На мой взгляд, сколько я не думал на эту тему, я пришел к одной простой мысли. Что графомания в понятии того, о чем я говорю, в понятии в русле этого тезиса, что еще и качество важно, кроме количества, ее в принципе не существует. Как мы оцениваем качество написанного? Мы считаем, что это хорошо для нашего круга. Люди нашего круга, круга нашего общения, считают это, относятся к этому так-то, так-то и так-то. Вот я поэтому и привел пример конкретный. Есть некие типы писателей, скажем так, даже, допустим, те, которые пишут не сами, но даже писатели, да, которые пишут литературу очень популярную в определенном кругу, она хорошо покупаема, но при этом она написана с точки зрения литературы, да, и языка плохо. Да. Графоманы ли они? Нет. Графоманов, с моей точки зрения, в моем понимании, их не существует в принципе. Mm-hmm. Потому что у каждого графомана есть своя аудитория. Пусть это два человека. Mm-hmm. Значит, он, ну, в каком-то смысле профессионал. Mm-hmm. Да? То есть он пишет для людей, он востребован. Да? Это как вопрос уровня, это вопрос экспертной оценки, yeah, нашей. Да? Для другого круга то, что мы читаем, вообще непонятно, mm-hmm, не существует. Для них существует Полина Дашкова. Mm-hmm. Они... искренне. Полина Евгеньевич. Да, да. Ну, всякие другие писатели. Да, это, вероятно, еще не самые плохие писатели с нашей точки зрения. С точки зрения нашей экспертной оценки. Людей, ведущих вот такой образ жизни, которые прочли к определенному возрасту вот эти книги. Вот так ты их поняли. И прочее, понял. Ты знаешь, я вспомнил одну фразу. Был у меня один хороший товарищ. Вот, он говорил тем, что он в одном университете преподавал литература, но он говорил, я учитель русской словесности. Он всегда так говорил. Он никогда не говорил учитель литературы, он говорил учитель русской словесности. Ну, ему было очень много лет, он очень старенький был человек. Вот, и мне нравилось, как он про определенных
писателей и журналистов говорил, прочитав это, мне охота пойти вымыть руки и уши с мылом. Ну да, но это не его фраза, я где-то читал. Может быть, но да, он говорил, я услышал от него. Ну, мне вот это нравится. Я считаю, что Саша блистательно внес лепту в наш разговор. Действительно, графоман человек или не графоман, никто не может решить, кроме самого читателя. А важно ли это, если у него есть читатели? Ну, это другой вопрос. Смотри, мы говорим о том... Нет, важно, графоман или не графоман, если у него есть читатели. Не, мы говорим о другом, Андрюш, подожди. Вот важно смотри. Для кого... Сейчас, секунду. Вот, да. Мы про это только что как раз и говорили. То есть сперва Юра очень долго нам рассказывал, кто считается графоманом и чем отличается писатель от графомана. Так я же... Потом ты говоришь, что в принципе никто не может считаться графоманом, если у него есть читатели. И даже если у него два человека. То есть получается, в данный момент не важно, графоман это или не графоман вообще. Ну, я просто хочу сказать, что получается, что... Отдай. Тезис, что графоман это человек... который, значит, там, пишет плохо, да, он несостоятелен, да, и много. Потому что всегда есть круг читателей. У любой глупости, у любой заметки всегда есть кто-то, кто это прочтет и как-то к этому отнесется. Возможно, даже прокомментирует, да. То есть есть люди, которые смотрят на человека и внимают. Продолжительное время, непродолжительное, уже не важно. Они внимают в принципе, да. Человек что-то вещает. Пишет, рисует, неважно. Уже даже не важно, получает он за это деньги или нет. Вопрос профессионализма, в данном случае второй вопрос. Потому что не существует абсолютного вкуса. С моей точки зрения, его не существует в принципе. И в этом все дело. А я и согласен, потому что я как раз, являясь долгое время киножурналистом, киноредактором, я как раз не сторонник именно какой-то вкусовщины, потому что люди приходят с флагом, мне начинают говорить, что хорошо тогда артхаус, хорошо тогда авторское кино. Я говорю, а почему? А я считаю, что хорошая попса это круто. Вот, потому что важно, насколько кино, мы сейчас, про кино скажем, то же самое сказать про литературу. Абсолютно. Важно, что кино сделано хорошо, качественно. Вот, потому что я с великим удовольствием пойду посмотрю попсовый фильм, блокбастер, чтобы насладиться спецэффектами игры актеров, предположим, хорошими декорациями. И пойду на дешевый, снятый за $3000 фильм артхаусный, там буквально с двумя режиссерами в одной комнате, с двумя актерами в одной комнате, чтобы посмотреть просто мысль некую, там, месседж, который мне хотели донести. Я просто хочу получить разное. Точно так же я могу хотеть зеленый чай, могу хотеть бокал красного вина, а могу хотеть еще чего-то, скажем так, да, воды просто. То есть... Не нужно сравнивать. Вот. Основной тезис, вероятно, можно сформулировать так, что не нужно сравнивать бокал вина и чай. Это просто разные вещи. С одной стороны, с точки зрения философии, мы сравниваем что угодно с чем угодно. Ребята, доктор нас будет бить. Мы сравниваем не бокал вина и чай. Мы сравниваем вина разных сортов и чай разных сортов. Подождите. Разверни мы мысль. Мы тут сбиваемся. Разверни мысль. Сбиваемся. Смотрите, давайте мухи отделим от котлет. Есть графомания как диагноз. Медицинский диагноз. Ну, то есть... И тут надо вывести это за пределы вкуса. Это когда человек искусство. Человек пишет, неостановимо пишет. Понимаешь? Это болезнь. Он может делать неостановимо все, что угодно. Это болезнь, да. Человек, который неостановимо пишет... В данном случае графоман. Да. Неостановимая еда – это булимия. Да. Неостановимая... Он пишет, пишет, пишет. Врач посмотрит, скажет, это графоман. Да. Другое дело совершенно, не что он пишет. Строчки. Да. Он просто абсолютно, скажет графоман. Ну, как графоман, который может быть богатым человеком. Да, другое дело совершенно, что он пишет. Ну, что все время пиша, он может быть гением с одинаковой долей вероятности и полным совершенно дебилом, да? И вот тут уже вступает вкус. А это то же самое. То есть, то же самое, что когда в сумасшедших домах, скажем так, пишут картины некие гении. Сумасшедшие. Да. Есть гении, а есть просто малюшка на стенах. Совершенно верно. То есть врача не интересует в данном случае, гений он или не гений, он лечит больного. Да, он после чего-то рассматривает его картины как продукт его психического заболевания. Да? Так вот, врач смотрит на человека, который все время пишет, сутками, да, и говорит, это графоман, безусловно. Да? А потом, когда он прочтет, он скажет, но к тому же это еще и творец, да, то есть художник, а может быть и наоборот. С точки зрения конкретного врача. Безусловно. Да. Поэтому вот давайте мы разделим все вот эти мухи, да? То есть графомания как диагноз существует, да? Но с точки зрения отношения графомана с литературой, вы совершенно правы, никаких объективных критериев нет. То, что для одного гениальное произведение, для другого полная фигня. Столь же искренне. И здесь, кажется, надо привести пример, вот мне так кажется,
самую плакатную книгу всех времен и народов, это Улисс, по-моему, или Улисс. Да. Никогда не знаю, где ставили, да? Человек, который, вообще, в моем понимании, человек, который прочел эту книгу от начала до конца... Уже достойно отдельной квартиры, хотя бы Берилева. Он Александр Матросов. Это подвиг. Я никогда не мог прочесть эту книгу от начала и до конца. Пробовал несколько раз? Пробовал несколько раз. На 20-й странице наступало отчаяние у меня, да? Потом я пробовал ее читать отрывками, открывая на любом месте, да? В конце концов, у меня такое ощущение, что я прочел ее. Но связать все эти вот свои приступы, да... А тебе, прошу прощения, я перебиваю, я просто заговорил про Улисса. Не было ни одной попытки, связанной с тем, что вот здесь лежит текст, а здесь карта Дублина. Ты знаешь, я сделал это, когда прочел, когда прочел об этом, подожди, кто же написал? По-моему, это написал Мамардашвили. Когда я прочел об этом у Мамардашвили, что эту книгу надо читать с картой Дублина, я покраснел и пытался это сделать густо. Но поскольку карты Дублина на русском языке я не нашел... Понятно. Да. Гуглом воспользуются западло было. Тогда еще не было изобретено вообще компьютер. Это был 18 век. Когда я начал читать... В 18 веке, когда он читал... Хейфиса 4000 лет, как известно. Да, ты же знаешь. Он Агасфер, я точно забыл. Вот, молодец, правильно. Так, секундочку. Кстати, Агасфер, если бы он писал историю своей жизни, выглядел бы как графоман. Или как Хейфиц. Знаете, дневник. А, ну... Представляешь, да, человек, который живет вечно, он ведет дневник, причем каждый день. Это же графоман. Ну да. Ну, вот. То есть, давайте так. Есть диагноз. Да. Графомания, да? И есть то, о чем вы говорите. Вопросы вкусовщины. Вопросы. Поэтому здесь надо просто относиться к этому вот так. Если речь идет о болезни, это одно дело. Если речь идет о том, что графоман пишет, нет объективных критериев, да? Одному нравится, другому не нравится. Папа мой говорил, что если у поэта есть один читатель, то поэт состоялся. Вот тут я как раз хочу, формально, хочу опять вклиниться, как обычно, со своей интернетной точки зрения. Вот в этом плане у нас широкие возможности для как и графоманов, так и не графоманов представил интернет. Дая возможность вести всевозможные блоги, странички и все что угодно. И писать. Иной раз посмотришь человека-блог. И вот он мне кажется, разные комментировать. Человека-блог, ты сказал? Да, человека-блог, да, есть такой человека-блог. Ходит себе. Вот. И прекрасно. Че он ржет? Я думаю, что ему смешно. Телоблог и благотел. Да, хорошо. Извини, пожалуйста. Да. И его никто не комментирует, собственно говоря. И зачастую там у людей еще ставят счетчики, видно по счетчикам, что еще никто и не ходит. Вот. А он все пишет. И это здорово. Потому что человек, возможно, работает где-то, накапливает нечто. Ему некуда просто реализоваться. И вот он сбрасывает туда. Вот. И иногда, на самом деле, вещи-то интересные. Но все равно никто не читает. Ну, в этом смысле я графоман. Вот у меня есть мой сайт, куда я сбрасываю все свои я стихи. Я хоть читаю, по крайней мере. Ну, кто-нибудь читает, не знаю. Да нет, дохрена читаю. А вот это интересный, кстати, вопрос. Собственно, мы его обсуждаем, да? Насколько это важно? Для меня? Подожди, это есть, с одной стороны, для автора. Да. С другой стороны, вообще в отношении, в характеристике этого явления. Вот если у человека есть читатели, то он... А если нет, то он... Да, я скажу. Потому пожалуйста, что, знаешь, потому что это мука. Это просто страшная мука. Я скажу, ребят, это смертельно важно. Для пишущего человека, знаешь, что есть хотя бы один читатель, поверьте мне, это смертельно важно. Когда ты пишешь в стол и знаешь, что никто, кроме тебя, это не читает, это ужасное, это чума духа. Это невероятные физические страдания. Поэтому интернет в этом смысле огромное благо. Он дал возможность человеку показать свои творения огромному количеству людей, не вкладывая ни копейки, ни в издание, ни в пиар, ни во что. С другой стороны, этот интернет очень сильно, на мой частный взгляд, опустил планку. Не согласен. Не согласен. Абсолютно не согласен. Именно потому, что это вседозволенность. А, отлично. То, что я сейчас говорю как советский человек. Нет, не в этом дело. То есть, иными словами, я хочу сказать, что нужно иметь некое право и основание, чтобы писать. Да. Не, Саш. Что это все не так просто. Сань, подожди, если у него но право... Ну, это спорный тезис. Да, если у него право, нет у него права, пишущий решает сам. Здесь вот какое счастье существует, на мой взгляд, опять же, это может быть очень спорно, да? Дело в том, что, на мой взгляд, уровень культуры в данный конкретный момент, в данном конкретном обществе, в данное конкретное время, не зависит от усилий человека.
Вот уровень культуры всегда находится на одном и том же уровне, и он всегда мизерен. То есть прослойка людей, которые являются носителями того, что ты назвал культура, Саша, в любое время, в любом обществе всегда тончайшая. Это перегной. Ну, 4%. Да, понимаешь? И здесь фашизм ли перед нами в самом расцвете? Или значит, парк значит, советского периода перед нами в самом расцвете? Или нынешнее время? Вот эти 4%, они неизменны. Ощущение того, что идет вал пошлости, он зависит от того, что просто средства массовой информации по какой-то причине вдруг дают площадку для выражения этой пошлости. Вот если завтра с экрана телевизора начнет литься мат, у тебя создастся впечатление, что матерится вся страна. Хотя на самом деле, кто матерился, тот и матерится. А кто не матерился, тот и не матерится. Да. Вот эти 4% это константа. Вот хоть ты что делай. Вот так устроен мир. Для меня, кстати, это одно из свидетельств существования Бога. Вот можно биться головой об стену, все что угодно делать. Но уровень людей, являющихся носителями культуры, и вообще, по большому счету, носителями разума, не мозга в черепной коробке, носителями разума, да? Всегда 4%. Но 3-4. Причем без Господь, я могу сказать. А кто еще поддерживает эту константу? Знаешь, человек... Ну, она же какая-то должна быть. Почему? Вот, ты говоришь, откуда ты это взял? Человек вообще... Ну, то есть, хорошо, я скажу иначе. Да. Это кстати, да. Возможная да. тема кто это... очередной программы. Да. Что... Ее могло и не быть. Нет, не могло. Вот почему? Том, вот это странно. На этот вопрос никто не может ответить. Это, да, это... Вот у Мамардашвили есть замечательная фраза. Он пишет о том, что философия возникла из изумления человека перед фактом существования гармонии и порядка. То есть человек не удивлялся тому, что бардак, хаос вокруг. Вот гармония и порядка. А вот откуда это, они? Каким это очень образом? Спорный тезис. Ну, случай. Человек вдруг сталкивается с феноменом. Совершенно с феноменом. Да, да, другую. Да, хорошо. Да. Хорошо. Так вот, хорошо. Так вот, давайте закончим графоманию. Да? Да. Значит, она существует, прямо сейчас. Да, она существует как диагноз, и дай бог здоровья. Да? А в смысле литературы каждый решает сам для себя. Данный конкретный писатель, графоман или художник. И в этом есть проявление высшей свободы. Когда каждый решает для себя. В нашей отдельно взятой... Проведу непроводимую аналогию между графоманами и клептоманами. Есть профессиональные воры, а есть клептоманы. Да? И есть... Ты очень глубоко заводишь разговор. Ты заставляешь нас, профессиональные воровство, да, считать актом искусства. Это тема для... Это акт искусства, хоть я и не люблю воровство. Ну хорошо, тогда и грамотно проведенный сексуальный акт тоже акт искусства. Это вообще искусство? Ты расширяешь... Нет, однозначно. Давай на следующий, да. То есть, грубо говоря... Не хочу, конечно, подвести, говорится, наш подкаст под определенную ремарочку «Красный маркер», но есть сексом занимающиеся красиво люди, да? То есть кто профессионально этим занимается, да? Ну, вот это из любой области. С чувством? Да. С чувством. Хорошо. Да. Но я бы сказал, с остановкой. Да, но все-таки мы говорили сегодня не о криптоманах, а о графоманах, да? Ограничимся, Андрей. Ну, ладно. О сексоманах? Кстати, это мысль. Какая тема? Это прекрасно. Вот никак они рождаются вот так. Как они, как они эротома. Сразу хочу что-нибудь поесть в этот раз. Степанцовый ранее, когда в стратарине есть про атаманов. Друзья мои, я могу вам пожелать. Пишите только тогда, когда вы не можете не писать. В таком случае вы сведете заряд графомании к нулю и с большой долей вероятности окажетесь причисленными к стану художников. И не пишите, когда можете не писать. А я просто... Всего доброго. Пишите, заводите блоги, пишите. Заводите. Заводите ваши блоги. С наступающим летом. А, летом. С наступающим летом. Тепло уже.